Ку-ку-ку. Ку-ку-ку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Сейчас погнали, вам чуть-чуть введу в курс дела. Было более-менее интересно. Что такое Макао? Кто-то понимает или нет? К сожалению, судьба Китая раньше была такова, что его своего рода раздробили. Поняли, да? Гонконгом и внешней, и внутренней политикой занималась Великобритания. Циндао – это бывшая немецкая колония. И вот Макао – это колония Португалии. Поняли, да? Макао – это бывшая Португалии колония. Значит, язык здесь в корне отличается от китайского и даже от кантонского гонконгского. Представляете? Это два разных языка. Здесь они разговаривают на испанском языке, только каком-то смешанном, каком-то непонятном. В общем, тоже самый, не знаю, понятно, что самый огромный эффект заработка в Макао — это, большая часть бюджета составляет, как и в Гонконге, порт, поняли, да? Причем тоже безналоговая зона, без, как она правильно называется, беспошлинная, как и в Гонконге. Почему это привлекает очень большое количество даже мировых брендов. И Макао, в принципе, то же самое. Ебать, как... Эссенс. Сейчас, блядь, лезет жижа, сейчас снимет все. Так, дальше. И второе, на чем зарабатывает, охуительно зарабатывает Макао, это, естественно, что? Игорный бизнес. Легализированный игорный бизнес прямо в Азии. Все китайцы, которые азартные, едут играть сюда. Вся, в принципе, Азия, азартная Азия, едет играть в Макао. Дальше. Сейчас я вам... Что на входе? Сразу на входе, как мы только пересекли границу, таможенная зона. Проходим таможню. Алину пропускают сразу, естественно. У меня украинский паспорт. Поехали. Сколько дней здесь будешь? Я говорю, ебет вас нахуй. И беру, закуриваю. Это я чисто придумал такой хуйни. А прижал хвост и говорю, 2 дня. Сколько с собой налички? Я говорю, 70 тысяч долларов. Она говорит, показывай. Показал. Дальше. Оформляй бумагу. Оформил. Визу покупай. Я говорю, какого хуя? Я из Гонконга приехал. Они говорят, покупай визу. $200 виза, блядь. За то, чтобы просто заехать, сегодня походить, посмотреть эту красоту, поиграть. И потом уехать отсюда. Прикиньте, $200. За что, блядь? Хотя визу мне дали 30-дневную. А 70 тысяч долларов, вы, наверное, не понимаете, каких долларов. Не американских. 70 тысяч гонконгских долларов. Это... Я не знаю, сколько это. Переведите. Это мало, блядь. Это не так уж и много. Так, пошли еще раз покажу. На закате Макао, ебать. Так, дальше. Едем в такси. Смотрите, что происходит. $53. Отец, по-моему... Вот вроде бы, знаешь, кажется, что ты хочешь нас наебать. Я могу, конечно, ошибаться. Но отец улыбается счастливый. Едет в масочке, потому что мы иностранцы. Потому что, а вдруг завезли какую-нибудь новую хуйню. Ничего на английском? Я вообще не вижу табличек на английском. Ни одной вывески на английском. Охуеть, попали. По-моему, то, что надо. На португальском. А я как раз... parlare portuguese. Ты в курсе? Все разговаривают на английском. Тогда почему уже 2 человека не разговаривают? Нет, так это пожилые люди, им похуй. Им похуй, откуда ты, шо ты? Видишь, ничего на английском. Я вижу самолет. Значит, самолет есть, это хорошо, ребят. Значит, здесь есть аэропорт. Бля, мне аж интересно, куда мы сейчас приедем. Потому что букингом этого отеля занималась Алина. Если отель хуйня, все предъявляйте Алине. Я не знаю. Слушай, вообще-то. А по карте ты знаешь далеко? Или нет? Показывала 17 минут. Я не знаю, ты в курсе или нет, что я за звезда и какого масштаба. Ты знаешь, какие отели мне нужны? Какие? Рыбка 2 моя. С плюсом? Каких? Мне главное, чтобы была вода. Ты понимаешь? Я тоже. Чтобы была и питьевая вода, и той, которой я купаюсь. Какие-то у тебя запросы чересчур. Не чересчур, блядь. Ты знаешь мой райдер. Или как? Райдер. Это Львов, да, брат. Хватит? И горная столица Азии — это Львов.
Ебать, спасибо огромное. Открой, пожалуйста. Водичка отличная, ребят. Водичку нам раздавали на турбоджете. Чтобы вы понимали размер этой водички. Смотрите, здесь не только напиться, здесь искупаться и помыть ноги нахуй. Пойдем, да. Просто, блядь, спасибо им огромное. Я не знаю, я сейчас вошел в книгу рекордов, блядь. Я выпил водичку за 0,3 чего-то там. За 0,3. Да, мы будем возле MGM, да? MGM Grand? Ты имеешь в виду? А я имею в виду... Отстань, не приставай ко мне. Вообще-то нужно понимать, кто я, ребят. Нужно понимать уровень мой. Я сейчас просто сидю отца. Отец, ты знаешь, кого ты везешь или нет? Говорит, Гондон, прикиньте. Я не ожидал подобной хуйни от отца. Но он говорит, Гондона везу, прикинь. Я говорю, та за шо? Он говорит, чтоб не втыкал. Да, Саша. Это сельпо? Да, брат, это сельпо. Это АТБ. Офис АТБ в Макао. Ебать. Да подожди, тут вообще песня. Бля. Ебать, це шо, Биг Бен? Где Биг Бен? Где Биг Бен? Палермо Франце, пассажир, боламур, ладрочур. Это наш отель. Это наш отель? Серьезно? Это серьезно? Нихуя. У нас же в Паризиане. В Паризиане, ебать. Это что такое? Ну, это великое искусство какое-то сильно. Ну, блядь, что-то на очень глубоком. Вообще не пойму, кусок камня нахуй. Отец, что это за камень, отец? Угу. Спасибо, отец, ты лучший экскурсовод. Вообще похую, что за камень, говорит. Тебя ебет, говорит, камень и камень. На мне цепи, цепи, цепи на шее и поцелуй. Луи, луи, папа подарит тебе весь луи. Ни-ху-я себе! Ни-ху-я себе! Еб... Шо? Шо? Вы, блядь, серьезно? Да, я пойду к фонтанам к этим. Да это пиздец, ребята. Мать, ты также в восторге? Также в восторге, мать. Цветы уже завяли какие-то, ля. А интересно, эти цветы могут... меня, ну типа, поняли? Типа я такой подхожу к ними фоткаться, а он... Ну, понял? Ладно, пошли нахуй. Ля, сам едет, блядь. У меня смарт-чемодан вообще-то, блядь. Да подожди, тут вообще песня и... Сортир! О, тут есть сортир. Хорошо, что можно сходить, а я, блядь, я ссать так хочу, не могу. Сортир. Извините, а где здесь поссать? Ладно. Говорят, нигде, прикинь. А нахуй тогда написано сортир, я не пойму. Что, блядь? Что? Здесь надо раздеваться? Раздеваться надо? Sorry? Need to take off the shoes? No. Okay. It's very beautiful here, yeah. You know? Он вроде понял. Yes. Он вроде понял шутку, блядь. Извините, осторожно, мальчик. Ты не знаешь, ты не видишь, кто идет? Вообще-то Зубарев. А где? А, вот она. Фу, нихуя, малышечка. Ребятки, аж... Тут реально надо разуваться или... Ты ля, блядь, на этот шедевр. Стойте, дай поставлю... Цветокоррекция изменил. Вот. Чтобы вы прям в качестве это увидели. Да это пиздец. Да здравствует король Артур. Тебе курящую комнату или... Курящий. Smoking room, yes.
потому что я могу позволить себе, мать, курить. Хочу курящий номер, чтобы еще... Спроси, есть ли человек, который будет со мной курить, приходить? Я рядышком посижу. Хорошо, потому что мне нужен только лакшери курильщик, видите ли. Вы понимаете, кто к вам заселился в вашу дешевую забегаловку? Я не могу по-другому назвать это. Ну что это за дешевые вазы и столы, ребята? И тоже в карман, прикинь, свою вазу. Ебать. А я не знаю, ее можно трогать вообще или нет? Это династия Цзинь, блядь. Фу, это просто разъебалово. Hello, sir. It's very beautiful here. Yes, да я не спиздил ручку, успокойтесь. Вот она, она. А. Не снимай работников. Чего? Подожди, спроси, сказать, не снимайте. А, окей. Работники подошли и сказали, чтобы не снимал нас. Хорошо. Ля, ебать. И шоссе, ебать. Хуя себе. Тоже и шоссе. Егерь Декультри, нихуя себе. И шоссе. О-хо-хо-хо-хо-хо. Скики, егерь. 120 тысяч, блядь. Егерь, а что-то есть скидки какие-то, блядь, у вас? Это сколько? Сколько? 255, блядь. Ты шо нахуй, егерь? Я сейчас вот тут лягу, как вот этот тип, блядь. Вот так же лягу и буду говорить, купите мне егерь, блядь. Егерьмейстер. Что, заселили? Забронировали king size bed, уже закончились. И нам повысили до делюкса номера. Это хорошо, потому что я не потерплю ниже делюкса. Спроси, она знает, кто я или нет? Думаю, что нет. Нет. Потому вот что именно. Обращалась она только ко мне. Вот именно, она не знает, кто я, потому что она понятия не имеет даже, кто я. Конечно, делюкс, блядь. Я не потерплю такого неуважения. А, все уже. Все, идем? Как я узнаю твой номер телефона, она просит? Сейчас, ребят, я опустил, потому что нельзя снимать сотрудников, сказали. Я же не долбоеб. Попросили не снимать. А давай сумку депнем сейчас твою. Она, сука, стоит 20-ку, блядь, юаней, 24. Это сколько в долларах? Это почти 4 косаря долларов, блядь. Давай лучше твои часы депнем. Какие часы? Так эти дешевые. Эти еще дешевле, чем сумка, блядь. Ну, давай тебя депнем. Давай меня депнем. Так, сейчас пойду спрошу, кто может меня принять. Сейчас поставлю себя на зеро. Да, да, ребят, я не знаю, сколько, вы посчитайте сами, сколько это на ваши деньги. Но вот эта сумка 24 косаря юаней стоит. И знаете, что она в ней носит? Она в ней носит нахуй... Шо? Kinder Bueno, ебать. Дальше. Распаковку давай сюда. Пай-то моя, блядь. Дальше. На, пустая бутылка, блядь. Ну, прикинь. Бутылка. Деньги. Сим-карта. Еще одна сумка. Дальше. Ну, тут что-то на богатом. Еще вода. Сигареты твои. Еще вода, ебать. Ля. Апельсин. Она носит в Луи Виттоне. Апельсин, нахуй. Шо? Который протечь может, шо, блядь. Пар? Это снорари. Апельсин, нахуй. Крем спизжены с отеля. Крем спиздили с пенинсулы. Женщина, вы думаете, у вас такого не будет? То же самое. Антисептик мы у вас... спиздили. Антисептик спиздили. Хорошо. Мы сейчас обнесем ваш отель полностью. Бесплатно. Зажигалку спиздили. Хорошо. Кармекс. Кармекс это что? Это бубнушка. Бубнушка? Да. Это каким надо быть чертом, чтобы мужик использовал губную помаду? Мальчики, пожалуйста, чертом быть, это когда у тебя засохшие губы. А это охуенно. Thank you. Спроси, какой этаж. Подожди, мы еще не закончили. А, еще не закончили. Эй, вообще-то я, блядь, вы знаете, кто я, чтобы передо мной закрывать двери? Да, Саша, популярность тебя изменила. Изменила меня популярность. Теперь только лухари. Только венецианская вот такая хуйня. Я меньше никуда не зайду. И шоссе. Монт-Бланс. Нет, это Блалонг. Блалонг. А, Моит. Моит Блилис. Моит Блилис. Так, извините. Давай, заходи в лифт. Ребятки, в лифте вы же понимаете, да? Может немного эфнуть. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Это не то. Это не тот лифт. То есть вы заставили звезду идти не в тот лифт. Там, хорошо. Я приму. Первый удар нанесен. Отель. Пока 1-0 отель. Я звезда пизда. Да есть такое, брат.
Unikio Time PSS. Come так, хей. Дальше. Ебать, здесь все лухари. Мать, какая ж ты охуительная. Хорошо, что эта жижа впереди нихуя не слышит. Ох, нихуя, малышечки. Здесь ходят, блядь. Нихуя, парниша. Фу, еб тебе бы, блядь. Что, что? Что за тяги такие? Кефтеме. Я того сиську царапал. Уф, что за тяги такие, бархатные. Так, а здесь что, ресторанчик? Нихуя. Саида говорит. В остальном все в порядке. Williams Jewelry. Дейрон. Лунитис. Хотя хоть ебать. Вот там уже нельзя снимать. Hotel Rooms North. North? А почему мы в North? Excuse me. Мэм. Мы что, разве в Норд? Нихуя там, Морген. Это Морген был? Или LG? Или как-то, блядь. Короче, кто-то из них. 29? 29, будь добра. Нужно приложить карточку. Хорошо. Хо-хо-хо. Приложите карточку. 29. А у нас Саутвинг. А мы сейчас на Норд. Охуительно едем, нахуй. Не в тот номер. Ничего, поверху пройдемся. Поверху пройдемся. Там как раз удобные, да, коврики для ездения с чемоданами. Наши чемоданы пиздатые, так что не надо на. По факту нахуй. Желание ударить от 1 до 10 110. Ребят, у вас какое желание от 0 до 10 уебать мне? Маленький отель, фу, ужас, блядь. Нахуй, я не вижу конца коридора, если честно. Я хуй знает, он вообще заканчивается или нет. Мне кажется, он по кругу идет, блядь. Мы уже идем сутки. Мне страшно. Мне тоже. Девочка. Мои лакшери, рыбки мои. Я голодная уже. И шо? Накорми меня. На, йогурт будешь? Ну шо, нет, иди. Ну ты, блядь, ну это ж реально питательно. Нет. Пиздец. Твои уже не питательные. Мой еще какой, в смысле, блядь, мой уже не питательный? Да. Та ёбаный рот этого казино. Так, давай. Погнали. Та-тань. Распаковка, нахуй. Итак, поехали. Сразу на входе зеркало. Зеркало охуительное. С какими-то, блядь, фонарями. Но оно какое-то мутное. А, оно такое и есть. Оно и есть, типа, мутненькое. Нихуя. Нихуя. Мрамор, блядь. Я мутный. Но это уже не мутная. А вот здесь, конечно, там мутный тип стоит какой-то. Так, дальше. О-о-о. Вот эта хуйня. Ля. Ля, я прям нахуй громадный в этой шляпе. Ля. Саш. Что? Подожди. Покажи резервуар. Подожди, дай я все по очереди. Ебать, я залип, бля, долбоёб. 36 лет, нахуй. Стоял минуту, блядь, смотрел глазом. Так. Сантехника охуевшая. Блядь, качество. А где, подождите, а где включается оно, блядь, все? А где он включен? Топнуть, блядь, надо. Ебать! Рил? Ебать! А если ухожу? Нихуя. А ванная? Ты там не включаешься, блядь? А то еще ночью придешь и выебешь меня, блядь. Я знаю тебя, змей. Нет, здесь вот... Фух, здесь все по классике, блядь. Ванная. Охуеть, здесь вот натюрморт. То, что надо как раз, когда сру, блядь. Мне как раз нужно смотреть картину. Алло. Я отсидел ноги, нахуй. Срал 40 минут. Пришлите человека. Всего доброго. Так, погнали дальше, блядь. Это шо? Это СОП. От СОП слышу, блядь. Хо-хо-хо! Я не поняв. Це шо, Таймс-сквер чи шо? Ебать. А какого размера телевизор?
Где-то как 600, блядь, моих дома. Это что? А что это? Может быть, Wi-Fi? Wi-Fi. Угу. Wi-Fi. USB, HDMI, Network. Power 220. Ага, настолько качественная нахуй мебель, что не открывается. Не так, как у нас все, дома. Не так все просто. Дальше здесь открывается. Что здесь? Массаж нам предлагают. Ну и что-то про мать. Дальше. Спа. Тащи тоже что-то про мать. И тропикал циклоны. Как раз это настолько... Нахуй. Я если заселяюсь в отель, мне нужно знать, какие тропические циклоны меня ждут. Хорошо, что положили вот эту бумагу. Чтоб я нахуй делал без, блядь, знания о тропических циклонах в отеле. Так, здесь оставим отзыв. Напишем «Все заебато». «Все заебато». «Спасибо». «Спасибо». Напишем «Пон лол кек». «Ахаха, ебать», напишем. «Ахаха вбх». Вот еще. Угу. Так, дальше на... Да подожди нахуй! Шо? Ебать! Смотри, сколько бассейнов. На кафедральный хор! Блять, а как закрыть? А ну, погаси свет нахуй. Вот эту шляпу. Где она? А, вот она. Все. Ебать! Це шо, Эйфелева вежа? Что такое Эйфелева вежа украинского? Эйфелева башня. Да! Только не башня нахуй. Я тебя сколько раз спросил? Ты полу, блядь, башня. Башня нахуй! Скажи башня! Скажи башня! Башня! Вот! Башня! Блядь. Фу, Саша. Ебать тут. А где ты говоришь бассейн? А, нихуя. Раз басик. Два маленький басик. Три для деток кораблик басик. Четыре басик. 5 басик, 6, 7, 8, 9, блядь. И все, 9 бассейнов? Ой, не знаю, блядь, оставаться ли вообще, ребят, после такого. 9 бассейнов всего. Так, пошли дальше, продолжим румтур. Так, дальше. Кресло, ну, хуй знает, какое-то, сука, засатое. Не знаю, блядь. Та, желтый инглиш. Инглиш. Мистер Зубарев и мисс Леонтьева, ебать. Окей, шо тут? Хом, о, ебать, есть хом-порн, прикинь, категория. Пошли посмотрим. Шо ты смеешься, блядь? Люблю хом-порн. Любишь, я понял. TV and movies. TV, YouTube, ебать. Нихуя. Так, пошли дальше. Холодос. Правильно понимаю? Да, холодосик. Дальше. А здесь есть свет, Вулка? Или нет? Ну, типа, большой какой-то общий. Нет, еще есть такое. Какое? Получается, здесь включаешь, еще можно вот это вот так. Вжюк. Нихуя. Вжюк, ебать. Вжюк, говорит. Так, ладно, пошли дальше. Что тут? Стаканы. Кофе-чай. Бутылированная вода, чашки, чайник, кофе, блядь, серьезно, растворимый, Нескафе. Уровень отеля сколько? 5 звезд? Растворимый кофе? Охуеть. То, что надо. Не, ну не то, что я зазнался, но вы понимаете, да, что должно быть соответствие, блядь, цены и качества. Так, ну и что, и в принципе все, да? Mm-hmm. Все, ну такой вот маленький. Не, ну вид. Тут самое главное, ребята, это вид. Ну это пизда. Выселяемся, нахуй, пишут ребята. Нет кофе. Выселяемся в пизду. Чекаут. У нас. Ива, куда это совать, блядь? Здесь три кента могут сесть, блядь, на эту. Что это за розетка, нахуй? Есть какие-то, блядь, нормальные человеческие розетки? Тупо вот так перевернуть, блядь, и втроем можно сесть с кентами, блядь, посидеть. Ладно, выпьем вашего дешевого кофе. Кох, во ебать. Ой, бля, а. Это у нас кафе. Где? В Голде нету. Есть. Нет. Если вам это понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте, пока-пока.